спасибо, студия. Мы сегодня с Димой Кутько так своими улыбками немного контрастируем с по-осеннему грустными пассажирами на остановке Предмостная площадь. А не случайно мы здесь оказались. Сегодня будем проводить собственное такое небольшое расследование, так скажем. А на этой неделе определился самый благожелательный маршрут в городе. Им оказался 52-й. Где-то вот он неподалеку здесь, у него конечная. Поэтому я думаю, мы его, может быть, даже сегодня увидим. А, кстати, красноярцев почти 3000 проголосовало. Ну, критерии были такие, как опрятный вид кондуктора, опрятный вид водителя, опрятный вид салона. Ну и, что немаловажно, вежливое отношение. Вот 43-й проехал. Пойдем с вами спросим. Кстати, очень даже популярная остановка. Очень много народу здесь, 6:45. Здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, как вы считаете, какой самый благожелательный маршрут у нас в городе? Мне вот 74-й нравится, но он почему-то редко ходит. А чем нравится там? Как-то по-особому кондукторы к вам относятся? Вежливые очень? И вежливые, хорошо относятся. Хорошо, спасибо. А вот пойдем спросим, может быть, 36-й кому-нибудь нравится? 36-й, кстати, занял второе место. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Евгений. Евгений, скажите, как вы думаете, какой у нас самый благожелательный маршрут в городе? Как вы считаете? Даже не знаю. Ну, все одинаковые или есть вот среди автобусов какие-то лидеры? Все одинаковые. Одинаково хорошие или одинаково плохие? Ну, так себе сказать. Ладно, спасибо, Евгений не выделяет для себя лучшего маршрута. Здравствуйте. Как вас зовут? Сергей. Сергей, скажите, как вы думаете, какой самый благожелательный маршрут у нас в городе? Мне нравится 52-й, 12-й. Вы просто попали сейчас в яблочко. 52-й, кстати, назван самым благожелательным маршрутом по итогам голосования зрителей. А как вы думаете, не зрителей, собственно, красноярцев, как вы думаете, вот чем он хорош? Ну, во-первых, в нем чисто, он ходит постоянно, у него интервал движения небольшие. Поэтому, в общем, кондукторы нормальные, водители нормальные. Ну вот, собственно, глаз народа, так сказать. Красноярцы знают, как выбрать самый благожелательный маршрут. На третьем месте, кстати, оказался 84-й маршрут. Он долгое время лидировал, но, тем не менее, вот 52-й и 36-й его каким-то образом обогнали. А мой любимый 91-й тоже оказался в списке. Ну вот, собственно, и вся информация. Вежливые кондукторы, опрятный вид и чистый салон. А как вы думаете, Лёш, Юль, а что для вас важного? Ездите ли на автобусах? Собственно, студия, вам слово.